Так, еще один дубль Марс. 4 октября 2020 год, Харьков. Второй дубль уже 6.12 по Киеву. Марс стремительно приближается к своему противостоянию 13 октября. Очень близко к Земле и просто проносится. 125 крат увеличения проносится по кадру. Это то же самое, что в бинокле или в телескопе. Да, чем больше светлее, тем очевидно лучше становится изображение, хотя Марс ниже и входит в более плотные слои земной атмосферы, ну то есть мы через эти плотные слои атмосферы на него смотрим. Конечно, ни в какие земные слои не входят. Но из-за того, что уменьшается контрастность. Ах ты ж, ёпки-палки. На асфальте снимаю. Вот такие получаются казусы. Соскочила тренога с камешка и Марс улетел. Ладно, не будем. Он уже прячется, тем паче, смотри, сейчас за веточку нырнет. Не знаю, его куда видно. Сейчас пойдем к Луне. Ну, уже обрисы деревьев видно. Ну, на улице уже светло, это просто технику я настроил так затемнено, чтобы уменьшить ту самую контрастность. О, у тебя, пожалуйста, аккуратненький, кругленький кратер Платон. Все резко попробую лучше найти. Лучше попробую. Далеко залез, да? Далеко вылез. Вот так хорошо. Да. И небо не абсолютно чистое, и облачка присутствует, и дымка, да еще и пожары в соседней Луганской области добавили нам не только запаха гари. О, а вот тебе, пожалуйста, и Аристарх беленький. Ну и ухудшили видимость. Пока пойдем к Венере. Ну, Регулон справа в верхнем углу. Не знаю, видно его. Да, по-моему, на экране видно. Регу, ударение где делать, не знаю.
вчерашнее помазание. Сближение позавчерашней Луны с Марсом. Из-за сплошной облачности мы благополучно пропустили. Вот Венера, да, уже сильно светло на улице, но это контрастное, слишком она сильно сияет. Вот эти излучения, как от солнца, они, конечно, некорректные. На самом деле она так и сияет. Ну, фаза Венеры видна, видно, что Солнце ее снизу слева освещает. Ладно, пошли, наверное, еще один дублик потратим на Марс. Сейчас закончим на Луне. И пока будет видно Марс, буду его снимать. Есть все шансы, что 13 октября снять его попросту не получится из-за облачности. Вон уже как у нас все светло. Натурально были пару недель назад, что ли, снимал Марс, он тогда был повыше еще с утра. В момент, когда Солнце уже освещало высотки, и Марса невооруженным глазом видно на небе не было. А вот оптика за счет уменьшения светочувствительности позволяла его снять. Шикарный кратер с пиптиком. Просто шикарный. Да, вот этот, конечно, при таком освещении. Вечерний терминатор. Глазик, смотрящий, и даже какое-то посередине торчит глазика ресничка. Жуткие вещи, я говорю. Способность видеть хаотично нагромождение каких-то образов, человеческие лица или знакомые абреса привычных предметов. Пареидолия. Вроде так. Ладушки, ладушки. Сейчас будем снимать еще. Длинные дубли фотоаппарат обрезают, поэтому пока коротенько снимаем. 6.21 по Киеву в Харькове. 4 октября 2020 года.